Русское географическое общество представляет. Крупнейший архипелаг в Белом море на входе в Онежскую губу. 6 больших островов и более сотни маленьких. Общая площадь 374 квадратных километров. На одном из островов архипелага находится самый известный в России мужской монастырь, который носит то же имя, что и острова. С 16 века он считается центром духовной жизни страны. Первая научная экспедиция начала работать на архипелаге в 1876 году. Кто ее возглавлял? Как называются эти острова?